акции протеста и столкновения с полицией. Так прошел очередной отмечаемый израильскими и палестинскими арабами День земли. В Иерусалиме в районе Старого города состоялась демонстрация. Полиция сообщила о двух задержанных, которых позднее отпустили. Около 200 палестинцев собрались у КПП недалеко от города Наблус на западном берегу Иордана. Участники акции бросали камни в израильских военных, которые разогнали толпу. Об арестах не сообщается. День земли проводится 30 марта в память об арабах, погибших в 1976 году во время массовой демонстрации против конфискации земель в Галилее. После провала мирных переговоров в апреле прошлого года напряженность между Израилем и палестинцами остается высокой. Не смягчит ситуацию тот факт, что с 1 апреля Палестина официально станет участником Международного уголовного суда. Членство в МУС даст возможность палестинцам выдвигать обвинения против Израиля.